Октябрь чудесный продолжается. Я вот знаю, что октябрь самый лучший месяц, но забываю об этом. А потом каждый год удивляюсь. Хотели сегодня в зоопарк? Поехали. Но там такое столпотворение машин. Все парковки заняты. Ой-ой-ой. И мы развернулись, плюнули и поехали на наши любимые Чиставы. Перед нами Муховец, аэродром. Здесь летают и садятся самолеты, но сегодня их нету. Очень хорошее место. В зоопарк не попали, но попали на Чиставы. В общем-то, тоже неплохо. Здесь такая интересная скульптура, я всегда ею любуюсь. Три фигуры. Шахтер, интеллигент и голая женщина. Я вот не могу понять, почему женщина голая, шахтер одетый, интеллигент одетый, а женщина голая. Очень бы хотелось спросить у скульптора, вот его задумка, что он имел в виду, поместив между двумя, около двух мужчин, голую женщину. Интересно. Заходим в аллею осеннюю. Вообще сегодня народу везде так много, ужас. Я думала, что народу будет много, мало, а тут много. Ну, наверное, просто последние теплые дни. А потом наступит ноябрь, темный месяц, когда солнца почти уже не будет. А сейчас хорошо. Никто не убирает осенние листья со своими пылесосами, как у нас, как начинают гудеть целыми днями. Ой, вот еще одну голую женщину тут я заметила. Я что-то ее не замечала раньше. Что такое? Почему обязательно, раз женщина, значит, ее надо оголять? Чтобы показать красивость женского тела. Надо было, значит, рядом поставить и мужскую тоже оголенную фигуру. Ой, хорошо. Вот столько сегодня народу. Все здесь гуляют, сидят, бегают, ездят, прыгают, разговаривают. Так спокойно. И вот всегда думаешь, вот зачем вот власти, правительства разных государств вот так вот друг с другом выясняют отношения, продают друг другу оружие, настраивают, ну, вот именно как-то вот всех против всех. Это неправильно же. Вот люди живут своей жизнью и живут. И их ничего не беспокоит, кроме каких-то собственных проблем. И это правильно. Люди и так и должны жить, а не думать о том, что там было 50, 70, 100 лет назад. Ну, короче, надо жить в мире, потому что все люди хотят жить только своей жизнью, своими проблемами, своими радостями. А не думать, что там сказал Трамп, что там сказал Эрдоган, Путин, Дуда, Зеленский. Ой, боже, все такая чушь. Жизнь такая короткая, и тратить вот на вот эту вот всю ерунду. Надо наслаждаться жизнью и жить сегодняшним днем, исключительно сегодняшним днем. И не строить никаких планов, и не вспоминать, что было 100 лет назад. А это мы вот находимся здесь, вот эта вот петля, это здесь кольцо автобусов, и здесь вот стоит такой заброшенный дом. Заброшенный такой дом, как говорит Костя. Дом для репатриантов можно сделать. Ну, вот такой вот, я не знаю, что здесь было. Может быть, какое-то, может, административное здание, но сейчас, ну, такое вот еще более-менее стало. А раньше был вообще такой ужасный, ужасный дом. Здесь вот еще такой построили хороший для детей, вот, чтобы они тут бегали, прыгали. Очень хорошая. Я вот, если была бы, например, ребенком, я бы с удовольствием бы здесь лазила. Так что вот здесь, если у кого-то дети, и кто живет в Катовицах,
классно, и недалеко, и хорошо, и для детей раздолье, прям я считаю. В детстве у нас, конечно, такого нам не хватало в наших дворах и вообще в парках. Да и вообще у нас как-то вот в Ташкенте было мало парков. Мы вот так вот никогда, я и не помню, чтобы гулять, выходили по субботам, воскресеньям. Вот только здесь мы поняли прелесть вот таких вот прогулок. А это наш Катовицкий клуб «Есть детский». Тоже тут на наших ставах. Тут лошадки, детки занимаются. Опять-таки, пожалуйста, поводите своих детей, развивайте их в любви к лошадям. Я вот не могу сказать, что я такой прям там какой-то особый любитель животных. Но почему-то лошадей мне жалко, которые должны на себе всю жизнь вот эту вот какой-то груз возить. Бедные лошади. Какая красота. Так и хочется процитировать Пушкина. Наше все. Прекрасная пора очей очарования. Люблю я пышные природы. До свидания. Красиво. Просто красиво. Просто. Еще запах вот этих вот прелых листьев. Ой. Гуляйте осенью. Выбирайтесь в парке. Напитывайтесь положительной энергией. И не думайте о работе, хотя сегодня воскресенье, а завтра понедельник.